Это будет очень весело, так что не пропустите шанс управлять моими длинными ногтями. Ребята, всем привет! Меня зовут Алексия, и вы на моем канале Алексия Official. И сегодня на моем канале челлендж макияж с длинными ногтями. Я знаю, как вам всем понравился челлендж 24 часа с длинными ногтями. Вот такими длиннющими ногтями, 5 сантиметров, а может даже и больше, ну, не известно. А сегодня мы с вами будем тестировать вот такой набор детской косметики. Здесь даже есть блестящие тени. Но я уже столкнулась с проблемой. Одной проблемой. Как мне это распаковать? Без ножниц еще. Да-да-да. Будем смотреть, как ты это будешь теперь. Распаковочка пошла. Это уже первое испытание на твоем пути. Я, конечно, не знаю, как ты и макияж-то будем делать. Визажистки, те, кто смотрит мой канал, пожалуйста, напишите мне в комментариях, вы пользуетесь такими длинными ногтями или нет? Так, как-то у меня тут уже что-то выходит. Что-то получается? Не что-то, а ничего у меня не получается. Пока ничего. Не что-то, а просто ничто. Да. Я буду такая вся чумазая после этого видео. Ты думаешь? Покажись нам. Ну слушай, пока все нормально, в общем-то. Тебе повезло, что это детская косметика, и у нее реально бледные все тона. Ну, блин, ну почему? Я хотела себе ярче. Поярче хотела, но это же детская косметика. Я точно так не выйду на улицу. Точно. Так, как делать так? Нужно это все намазать. Только главное в глаз не попасть ногтем. И это точно, кстати, будь осторожна. Ну что, слушай, все получается. Только у меня на носу вот здесь вот что-то торчит. Что-то торчит от ногтей? Не от ногтей, а... Что-то торчит от того, что случайно намазалась другими пальцами, видимо. Да. Так, глазки. Ну, глазки Ребята, практически вы не думайте, готовы. Что я просто такая маленькая девочка, что я не умею ничего красить. На самом деле, это просто такие длинные ногти, что... Конечно, на самом деле мы знаем, что ты профессиональный визажист, и все очень хорошо умеешь красить, и каждый день ты красишь, наносишь макияж своей маме. Все, мы все поняли. Это правда. Это правда, конечно, мы все поняли. И что? Сейчас вам покажу. Вы просто с ума сойдете. Ну, главное, чтобы мы не сошли с ума от той красоты, которую ты наделаешь. Ну, вот именно, я и говорю, то, что вы сойдете от нее с ума. Потому что она такая красивая будет. Такая красота красивая будет. Да, я уже придумала. Ну, ты уже прямо зеркало, смотри-ка, держишь вполне себе удобненько, быстренько. Я делаю двухцветные тени. Я тут как-то уже исправлю и нанесу блестки на губы. Лучше. На губы ты решила блестки? Мам, я не понимаю. Вот для чего нужны эти блестки? Они очень быстро заканчиваются. У меня уже фиолетовые почти нету. Вот смотрите, реально. В смысле нет? Ты только что открыла этот набор, у тебя уже нету их? Вот да. Ну это значит, ты как-то нерационально их используешь. Мне кажется, дело не в наборе, а дело в хозяйке и визажистке. Готовы?
Ну, губы-то удаются. Подожди, ты что, одним аппликатором все на свете красишь? Да. Понятно. То есть черным тени красила, теперь розовым губы. Да, отличный макияж, однако. Нет, он будет синим. Видимо, ты уже вжилась в роль в прошлом челленджу 24 часа. Ребята, кстати, пишите ваши комментарии, смотрели ли вы Алексей челлендж 24 часа с длинными ногтями, и напишите, что вам показалось самым сложным испытанием с такими длинными ногтями. А что тебе показалось самым сложным в этом челлендже 24 часа? Мне показалось самым сложным это покупать продукты. Покупать продукты? Да это вообще было несложно. Мне показалось, что тебе сложно было именно кушать, обедать, а одеваться, мне кажется, это вообще было настоящее испытание. Да. Бровки-то не сильно? Черные. Черные бровки. Как вам такая чернобровая девочка? Помада, давай доставайся уже. Нет, мне кажется, что это не лучшая идея достать эту помаду. Есть! Я такая смелая девочка, я... Упс. Ну да, бывает и такое. Такая смелая, ну такая визажистка. Так, так. Губы готовы? Покаж. Не, мне кажется, это... Бледновато. Понятно, бледновато. Это не для тебя-то. Ты любишь поярче. Вот эта помада про меня. Про тебя. Посмотрим. Да. Ты думаешь, она поярче? Я ошиблась, что она будет поярче. По-моему, это, знаешь, мне напоминает Beauty Bomb, клип Кати Адушкиной, где все красятся поярче и с яркими ногтями. Что, она не такая яркая, как ты думала? Но это же детская косметика, она не должна быть такой яркой. Как не мечтай, но такие яркие они у тебя не будут. Ну, мне кажется, что это просто гигиеническая помада. Ну, на самом деле, может быть и так, кстати, потому что это детский набор. Еще добавить чуть-чуть розовеньких оттенков. Еще не совсем все, да? Еще розовеньких. Ну, давай посмотрим. Ну, хотя я не люблю розовый. Ну, не знаю. Ну, все девочки любят розовый, поэтому я буду краситься, как они мне говорят. Как девочки советуют, да? Так, это что, был румянец? Ну да, немножечко румянца. Не очень-то я такая красивая, но для первого похода сойдет. Для первого хода? Так, как-то это нужно еще открыть. Да, как-то нужно еще открыть. А это как-то... Тяжела жизнь блогера. Особенно такого, который придумал себе какие-то испытания, вроде челленджа 24 часа с длинными ногтями или макияж с длинными ногтями. Давай, пожалуйста. Давай. Тяжело красить ногти с длинными ногтями. Да, тяжело красить ногти длинные. Точнее, вот так. И вот. Длинные ногти, кстати, это тоже очень тяжело красить, это точно. Это очень долго, и весь флакончик лака уйдет на это покраску точно. Этих всех ногтей. Весь флакончик может уйти на такие длиннющие ногти. Как ты ее нужно заколоть без зеркала? Заколочки из этого наборчика тоже, да? Ведь. Так. Да, с такими ногтями сложно закалывать заколочки-то. Опа, готово? Как-то получилось, но... Ну, как уж вышло, так уж вышло. Да я сама не очень-то красивая. Сама не очень-то красивая вышла. Ну, что делать? Так, поправим макияж. И да, ребята, мне только что пришла такая крутая идея. Я придумала такой челлендж. Вы будете управлять моими такими длинными ногтями, точнее, моим днем с этими длинными ногтями. Скорее подписывайтесь на мой инстаграм, и мы будем проводить голосование, что мне делать с этими длинными ногтями. Если вы хотите это делать, то обязательно напишите в комментариях «Хочу управлять твоими длинными ногтями». Я думаю, что это будет
очень крутой челлендж. Это будет очень весело, так что не пропустите шанс управлять моими длинными ногтями. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока. И напишите в комментариях, нравится ли вам мой макияж. Но я думаю, что вы все напишите нет. Потому что я такой ужасный макияж. Ну что делать? Как уж вышло, так уж вышло. Зато весело. Не весело, но мне не очень-то нравится. Я боюсь, что вы напишите нет, но... Короче, пишите мне, да? Или пишите нет. Ну, что делать? Правда так, правда. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ну и не забывайте ставить лайки. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мой челлендж. Подписчики в Инстаграм управляют моими длинными ногтями. И обязательно не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Ну а всем пока-пока. До встречи в новом видео. Пока-пока.